никогда не занимался. Еще одно строение нашел. Это была банька по-черному. Но она крепкая, сруб крепкий. Неужели у меня бабушка с девушкой было 3 бани? Охренеть. Посмотрите, какая калина. А вот это вот, отгадайте, что такое. Посмотрите, какая соска. Ой, солнышко какое. Позвонил супруге, она смеется. Говорит, связь находит только с Божьей помощью. Ну, наверное, так и есть. О чем мечтает ваш дом? Более 80 инструментов на одном аккумуляторе.
Ну что, всем доброе утро. Время около 7 утра. Классно, я так поспал, конечно. Вчера покосил немножко так. Усталость набралась, еще после охоты налазились. Вырубился вчера. Видите, прохладно, пар идет. Я думаю, что нужно будет ставить печку. В спальнике, конечно, я вообще не замерз. Шикарный спальник. Блин, очень комфортный. Вот помните, я выезжал, кто давно смотрит мои видео, я покупал спальники с Сазона. Недорогой, около 4000. Я там спал в нем, весь сырой был. А в этом спальнике даже разделся, если честно. А вы видели, я вставал же, одевался. Я спал просто в трусах, в одной футболке. Сначала лег в одежде, потом раздел ее, потом термобелье раздел. В одних трусах и футболке спал. И не прело тело, он дышал, ему было тепло. И оно не прело, не было там сырым. Вот что значит качественный спальник. Очень классно, на самом деле. Кокон мне очень понравился. И удобно, что сверху я расстегиваюсь. Знаете, спальники сбоку обычно бывают, как одеяло так раскрывается, и сбоку. Не очень удобно. А тут всегда получается открыто у тебя сверху вот это вот одно отверстие. Удобно, раз, раскрылся его, вылез из него. Интересная конструкция, мне очень понравилась. Так. Кофе допил уже. В общем, что, почему хочу поставить печку? Потому что не люблю вылазить я в холод. То есть вот спальнике тепло, вылазить не хочется. Это, во-первых, ты будешь вылазить здесь в палаточке, будет тепло, уютненько. Ну и треск печи же никто не отменял. Вот этот вот кайф, да, когда горят дрова. Давайте сейчас пока не очень хочу идти туда. Думал сначала с утра вот эту поубирать, то, что вчера накосил. Но сейчас все сырое, роса, я намочу все ботинки. Поэтому давайте тихонечко сейчас попробуем поставить печку. Есть одна проблема, сейчас я покажу вам. Попробуем вместе с вами решить. Такая печечка. Растяжки на трубу, перчатки. Так, друзья, ну вот в чем проблема. Проблема в том, что я не заказал вместе с палаткой, я не заказал выход. Продаются отдельно у них же выходы на трубу, различные варианты конструкции таких. И я не заказал. Кто что-то запарился? Я думаю, что придумаю. Так, это какой-то зольник. Интересно. Он ставится. Ладно, сейчас почитаем, вспомним. В общем, мне что нужно сделать? Во-первых, трубы все прямо идут, опять же. Но здесь придется мне оттянуть. Хорошо еще, что труба спереди вход, соответственно. А, нет, наоборот, как раз не очень хорошо. Лучше бы она была сзади, тогда бы печка стояла подальше. Ну, придется мне ее поставить тогда вот так вот, чтобы выход прямо пойти. Да, не вот так печка, а вот так. И выход прямо, и оттянуть растяжкой туда, сторону вот эту вот, чтобы не так близко было к печи. Тут есть экраны защитные, в принципе, я думаю, будет все в порядке. Ну, давайте соберем печку и, в общем, будем кумекать, что делать. Такой вот фигней я еще никогда не занимался. В общем, что решил сделать? Отрезал кусок огнеупорного материала, который шел с печкой вместе. И сейчас покажу, что задумал. Как все-таки закрепить это окошко. В общем, смотрите. По периметру делаю такие. И вот с одного окна сниму сетку, вырежу эту сетку ненужную. Останется липа. И получается, я вот так вот ее сверху наложу. И вот в эти отверстия липа прилипнет. И то есть, получается, этой липой я закреплю окно внутрь. Мне что, главное, чтобы держалось. И сейчас еще здесь вот закрою. Ну и здесь сделаю дырку для трубы. И, в принципе, буду пробовать. Не знаю, по-другому ничего не придумал сделать. Проход. Потом докуплю, конечно. Сам виноват, но всегда приходится что-то выдумывать. Но
выход из положения есть. Всегда безвыходных ситуаций, как мы знаем, не бывает. Так, попробуем с этой стороны закрепить по нашей схеме. Посмотрим, что получится. Посмотрим. Ага, сверху-то, видите, нету, а тут есть. Может, тогда с той стороны лучше крепить, где есть. Давайте попробуем тут сначала, что тут у нас получится. Так, эти места надо продавить. Где у нас? Цепляется. В принципе, все, держится. Вот такой получился у нас проход, в принципе. Ну, пусть он с этой стороны будет. Останется нам только крест здесь прорисовать. Крестиком прям так вырежу чуть-чуть, чтобы труба вышла. Сейчас попробуем. Переборщить. Это маловатка. Ну все, хорош. Так. Так вот. Слушайте, посмотрите, какой идеальный проход у меня получился. В другую сторону, туда. Да, запихать. И, конечно, нужно будет оттянуть. Вот здесь вот оттяжка, печка подальше. Чем выше труба, тем больше тяга и лучше. Это мы все с вами знаем. О, придумал, а. Голь на выдумку хитра, да? Ну, все. А вот этот вот можно установить сюда. Остаток. Мне, в принципе, его хватит. Красоту какую сделал. Смотрите, какие грабли нашел. Вот такие вот раньше такими граблями все и убирали на сенокосах. Ну а сейчас будет у меня свой сенокос. Убираю здесь траву, которую накосил.
Так, ну что, столько уже пособирал, осталось задумал. Понятно, что, видите, косил, остаются вот такие штуки, но тяжело косить, камни попадаются, все, приходилось это обходить. Ничего страшного, главное, основное, скосить сейчас, чтобы потом не париться. Когда весной все это ляжет трава, то вообще ее, блин, попробуй убери. Лучше сейчас ее, пока она стояла, а эти кончики, ничего страшного, потом. Сейчас здесь дома еще соберу, наверное, попью еще чайку и потом косить буду, докашивать. Где не докосил, там у дома не докосил еще. О, у входа, внешней части к дороге. Кучу соберу такие, а потом их вытащу. Наверное, на сюда. За дом хоть подальше. Здесь лежали, не мешались, а потом перегниют. Ничего страшного. О, мелкие мы на сенокосе этими граблями. До чего да грабишь? Сначала волки делаешь, потом их переворачиваешь, ходишь. Еще и надо подгадать, чтобы дождя не было. Все успеть. Цветы еще, видите, растут. Мама говорит, эти цветы хрен. Хрен задавишь, какой это, никакой сорняк не задавит. Наверное, сам сорняк такой, цветы. Тут еще буду косить. Уже дом, смотрите, как открылся, да? Классно. Пришла мысль мне, друзья, что вот на фотографии видели, вот такой вот дом и стоит. Думал же я все снять и сруб с внешней стороны шлифовать, но мне кажется, что я, наверное, оставлю именно так, как и есть. Покрашу, поменяю где-то доски, где уже подгнили. И, в общем, как он был, я в детстве так и оставлю снаружи. Внутри, конечно, все в любом случае сниму, все старые, непонятно, что там, обиты стены, и шлифану, чтобы внутрь заходить и прям такой деревенский сруб внутри был. Потолок, там все надо снимать. Посмотрел, где-то надо будет этот самый приподнимать, может, дом. Его чуть-чуть повело. Видно по дверям в доме, что все не закрывает. Но тут очень хорошо видно. Вот смотрите, видите, где-то туалет. И вот два сочленения. Холодная часть и теплая часть. И вот так вот повело. Может быть, этот подсел угол дома, потому что, видите, там ровно идут доски, которые обшиваются, да? А снизу их выперло, подсел дом, их начало выпирать доски. Поэтому придется вот это снять и попробовать поднять дом. Ну, так перекосило сильно. Ну, потому что это тяжелая часть самая, сруба. И, соответственно, больше садится. Это более легкая часть. Меньше садится. Она сама по себе это больше села. Просто от этого все разбираем и стыкуем заново. Ну, а там, где повело двери, там будем смотреть. Ну что, попью чайку, да? Потом косить дальше. Это хорошо. Текет, правда, со всеми там этими баделлами. Нужен этот ситечка. Я думаю, сахар будет повкуснее. Брал я еще сахар такой, кусковой. Так что
Да, бадел много натекло туда. Надо бутерброд, мне кажется, сделать. С сырком. Ну что, по продуктам. Вот такой хлеб возьмем черный целый, а то он весь рассыпался. Селедочка еще есть. Бекончик и сырок, наверное, занял. Так. Сальцы потоньше. Соли надо будет еще купить в магазине, кстати. У меня соли не так уж и много. Я хочу съесть еще на рыбалочку. Придется, наверное, засолить рыбки. Знаете, что еще с собой взял? Вы обалдеете. На день рождения мне подарили коптилку. Такую прикольную. Покажу. Я взял с собой, думаю, что закопчу тут, может, поймаю рыбки. Ну, чтобы сохранить ее. Попробуем. Сначала поймать, потом покоптить. Завтра с утра пораньше мы проснемся с вами и стартанем на рыбалочку. До обеда поплаваем, порыбачим, попробуем судачка поймать, щучку, ну и закоптить. Ах, приятного аппетита! Вкусно! Так, ну что, надо заправить нашу косилку. Дотянуть бы ее еще что-то. Ручка ослабла, похоже. Так. Так, закрываем. Ну что, пойдем туда косить. Там отдохнуть косе, и надо вот эти все кучи стаскать туда, за сараюшки. Ну, хочу свалить здесь глаз подальше, пусть они там лежат, потом сгниют, ничего страшного. Поэтому сейчас я потаскаю их оттуда, начну с самых дальних и потихоньку буду двигаться сюда ближе и ближе.
Ну что, вот так вот я все стаскал туда подальше. Видите, здесь еще не косил. И там за домом, внутри, за изгородью, тоже не косил. Сейчас уже коса отдохнула. Пожалуй, покошу там. Я, кстати, здесь еще не грабил, ничего не собирал. Ничего соберу. Вот у меня задача, смотрите, свалить вот это вот хлев максимум на эту поездку. Ну, если удастся, еще вот эту сарайку. Ну, мне кажется, я здесь еще подзапарюсь, на самом деле. Это же надо все гвозди убирать, и не так-то все и просто. Кажется, что раз-раз быстро собирать не строить. Да нет. Когда принимаешься за дело, понимаешь, что что-то как-то долговато. Там, видите, козырек соскочил полностью с крыши. Там наверху только с одного угла, а здесь полностью с крыши соскочил козырек. Кажется, в октябре поеду, нужно будет железо привезти. Ну и надо будет здесь сооружать какую-то лестницу. Вот буду разбирать, может, какие-то стройматериалы там целые останутся. Что-то надо соображать. Типа лестница залазит наверх, а то, ну, все это начнет протекать. Еще больше работы потом. Как-то так. Пошел я в магазин сходить. Знаю, все-таки работать не работает. Хочется молочка купить. В этом хозяйстве есть коровы. И мне кажется, если встречу их, заходить не буду, но если встречу хозяев, спрошу про молочко. Вдруг все-таки мне продадут свежего коровьего молочка. Очень хочется. На моей линии, где я купил дом, там ветер, наверное, задувает, конечно. Там много хороших таких домиков стоит. Прям видно ухоженных. Церковь прям видно из дома. Очень красиво. Здание старой школы. Оно, кстати, продается. 100 тысяч рублей на Авито. Здоровенное здание на центральной улице. У него есть обременение, что нельзя никуда перевозить, сносить. В общем, его можно только восстанавливать. Ну, можно жить. Большущее здание. Зашел я в магазин, купил молочка, ватрушечек купил, шанги с творогом такие купил. Водички взял 5 литров, ну, чтобы не ходить уже на реку. Да и тут почище вода все-таки, в бутылочке-то. Потом сделаю колодец, уже будет своя вода. Есть такие дома разрушенные. Конечно же, этот уже никто восстанавливать не будет. Под снос только. Вот видите, в конце на центральной улице стоит мусорка. Чистая, аккуратненькая, как в городе. Все вывозится. Прикольно, конечно. Пойду сейчас, наверное, сделаю обед. Себе приготовлю. Может быть, с картошечкой, тушеночку забубеню, сварю. Видите как? Все чистенько и аккуратненько. Чище, чем в городе даже, как я сказал. Чапаю к себе. Родной дом. Эх, завтра прям на рыбалочку. Жду, не дождусь. Сегодня поработаю хорошо, плодотворно, прям до вечера. И завтра с утра по... Как только рассветет, на лодочку каяк я взял, накачаем и сплаваем, да, порыбачим троллингом, до щучки, до притоки сплаваем. Становится уже жарко, варится у меня картошечка, положил перчика, подсолил, лучка еще положу, тушеночки говяжьи, и будет хорошая похлебка, очень вкусно. Сейчас заходила соседка Елена, она в магазине работала продавцом, как раз она и помогла мне найти хозяев дома. И, в общем, так все удачно сложилось, что тогда открыла она мне магазин, да, хотя он уже 45 минут был закрыт, и все, что не делается, да, все к лучшему, да, получилось так, что подсказала мне, где найти хозяев дома, и, в общем-то,
купил я дом. Сейчас она пришла, мы с ней так очень побеседовали хорошо, душевно. Напротив, прям соседи, они еще тоже купили его дом, прямо напротив меня. Вообще, конечно, очень здорово. Настроение такое хорошее. Солнышко. Сейчас я покушаю и дальше за работу. Забыл купить соль в магазине, поэтому надо будет мне еще до магазина в любом случае дойти, чтобы купить соль, так как все-таки, если мы завтра поймаем рыбку, нужно будет ее хорошо подсолить. И потом мы будем с вами ее коптить. Плитки, конечно, очень удобные. Такая мощная плита. Газы. Уже с этим баллоном езжу, черная сколько. Хотя сюда, наверное, конечно, нужно было бы купить баллончик. Но у меня печка, в принципе, вечерком буду уже растапливать. На ней будет, можно будет что-то готовить, там греть, чай кипятить, опять же. Я думаю, что хватит нам газа, ничего страшного, не пропадем. Друзья, очень здорово, что к такому моему крупному проекту мне удалось подключить спонсора. Это, конечно, намного ускорит продвижение, восстановление дома, то есть все это произойдет побыстрее, с хорошим инструментом. Я очень рад, что компания RedWerk откликнулась, да, и стала главным спонсором этого моего проекта именно по части инструментов. Фирма работает уже с 2011 года. RedWerk – это крупный торговый бренд, который принадлежит одному из лидеров инструмента оборудования компании ТМК. Инструмент весь производится в Китае. В принципе, я, если честно, первый раз столкнулся с торговой маркой. В первом видео вы видели, что я использовал триммер. В этом видео я буду использовать бензопилу, потому что мне пора уже разбирать хлеб. Что могу сказать сразу вам, что и бензопила, и триммер показали просто очень себя с наилучшей стороны. Далее вы будете в моих видео по восстановлению дома видеть различное оборудование этой компании. И все будем с вами испытывать и проверять, потому что у меня до этого тоже этого инструмента не было, друзья. Попрошу вас очень отнестись положительно к этому, потому что проект будет идти динамично, не будет каких-то затягиваний из-за того, что не хватает средств на то или другое. Здесь по обеспечению инструментом компания RedWerk мне очень помогла. Ну а сейчас, друзья, погнали дальше. Стройка продолжается. Так. Что, друзья, чтобы не терять время, зря не сидеть, пока у меня кипит здесь бурлит, надо нам собрать пилу. Пила также RedWerk. Пока ничего плохого о триммере сказать не могу. Работает четко, заводится с полтычка. И, в принципе, ну, вот сколько я косил вообще, не знаю. Нет косяков никаких. Могу сказать только хорошее, да, о нем. Не маленькая пила. Сразу брал я побольше. Но здесь двухтактный двигатель, конечно же. И надо будет разбавлять. Масло у меня есть. Масло взял там же, у них же, RedWerk. Так, сейчас эту приключу, надо будет лук уже кинуть. Картошка быстро сварится. Лучок пусть с лучком потомится. Так, ну что, готово кушать. Достал я и корочку. И сейчас перекушу, хлебушек есть. И за работу, я думаю, что, наверное, с той стороны все докошу. Ну и сегодня начну уже разбирать. Приятного мне аппетита. Так. Чуть-чуть поработаю.
еще одно строение нашел. Докосился до него. Дверь стала открывать, она отвалилась. Спикер сошла. Вот. Короче, это была баня по-черному. Смотрите, печка разобрана. А, не видно ничего. Все закопчено здесь. Это была банька по-черному. Но она крепкая, сруб крепкий. Тут ее восстановить. Делов-то. В общем, тоже есть чем заняться. Прикольная тема. Ну все. Косилка у меня закончилась на это. Бань столько, не пойму. Это баня, а это что? Тоже баня. Там была баня. Хрень не встать. Ты чё? Тоже баня, что ли? И тут баня. Охренеть, тут баня. Я не понял. Охренеть, тут баня. Не баня. А тоже по-чёрному. Нет, тут печка. Неужели у меня бабушка с дедушкой было три бани? Охренеть. Это да. Смотрите, какая калина. Прям висит, грозди такие. Алые. Обалдеть. Пойдемте, будем. Посмотрите. Покоцал я его, конечно. Надо будет выгибать. Камни тут, блин, попадаются. Обалдеть, не ожидаешь. Прям камень влетаешь. Это вот тоже была баня. И летняя кухня типа была. Обалдеть. Соседи тоже вон сено стогует. Пойдемте отдохнем немножко, и пора будет, я думаю, уже начать разборки. Начну с самой крупной вот этой вот байды. Начнем работу по слому вот этого старого хлева. Начну разбирать сначала доски снаружи, потом, ну, смотреть, что крышу, вот это вот все, короче, тоже скидывать. Все пока буду складывать сюда, потом посмотрю, перетащу. Ну, там, конечно, гнилья куча. Ну, мне кажется, это все на слом. Даже не знаю, куда сжигать надо будет все. Потихонечку сожгу потом. А так, да, все на слом. Погнали! Остановился, решил передохнуть. Вот что интересно было, смотрите, сделан хлев из сруба, да? И вот здесь вот был пристроен еще один, похоже, для свиньи. А может, дрова, кстати, дровяник, наверное, это был. Потому что дрова лежат. Да, здесь, похоже, был дровяник просто пристроен. И утеплен он был тоже. Вот с одной стороны и с другой был обшит досками. И для утепления просто сено было набито. Было набито много сена. Сейчас используют разные утеплители. Раньше вот такое сено. Интересное решение. Ну, ничего другого, видимо, не было. Скорее всего, там и мыши обитали. Все в этом сене. Тусовались, жили. Видите, открывается сруб уже. Вот, у дома. Вот это вот все мне надо срушить. В общем, я понял, что это не быстро. Поэтому моя задача на эту поездку — это разрушить вот этот хлев. В принципе, долго с досками, потому что это вот, видите, какие кучи досок. Я уже гнилье в одну сторону, а дальше доски, которые с гвоздями, тоже отдельно кладу. А без гвоздей вот сюда складываю, потому что, чтобы их можно было сразу попилить на дрова, не топить печку, и надо будет сегодня заняться этим. Вот. Эти дрова, которые лежат, конечно, уже сгнили. О, все сыпется. В общем, туда уже опасно дальше.
потому что может эта крыша рухнуть на голову. Начну разбирать вот отсюда, сейчас немножко отдохну, отдышусь. И вот отсюда начну этот сруб разбирать, в эту сторону раскидывать, скорее всего весь гнилой. В общем, разберусь вот эту стенку, разберу эту, и потом уже та упадет, и все это рухнет. Смотрите, что нашел. Ну, понятно, нашел подкову. Подкову везде вешали на входе. В принципе, еще крепенько. А вот это вот, отгадайте, что такое. Посмотрите, какая соска. Телят, конечно, телят. Поить молоком. Вот такой вот поильный тегля. Телят прикольный. Ну и все, такой не совсем высох. Понятно, что же не такой мягкий, потрескаешься, но вот такая штука. Пойду перекушу. Так, вот здесь есть метки 500/1.25. Вот. Вот до этой метки надо будет добавить. Масло тоже у них же взял. Рыдерка. Ну, так вот. Так будет четенько. Закрываем и хорошо мешаем. Вороночку, конечно, лучше было бы. Ну, ровно 500 лазит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перелил. Это быстро так оно. Палки. Накачиваем. Все. Так. Так. Четенько. В общем, буду смотреть. Заводится с полточка. Легкий запуск у нее. То есть не надо дергать экранчик. Просто подвел. Чуть-чуть раз там. Бух, она сама дергает. Ну как, легкий старт, да, называется. Мой топорик. Таники. Пригодится. Конечно, просто дело. Для печки сейчас накалю дровишек. Мне хватило на мое проживание тут. Доски сухие, когда сейчас разбирал там, в общем, нашел, ну, которые сухие, в сторону складывал без гвоздей, напилил сейчас. Быстренько накалю. Что я не сильно размахнулся.
шикарные, просто удобные. Хочу у них же заказать еще себе плотницкий топор, пригодится на стройке. Это такой туристический у меня был. Я брал на сплав. Я уже им заказал, у них изготовление 1,5 месяца топора. Очень много заказов. Нарублю дров и пойду прогуляюсь опять к церкви. Заберусь наверх. Позвоню своим родным. Скажу, что у меня все в порядке. Ух, ветер дует. Надел петличку. Посмотрим, как будет звук. Пошел я на церковь. Оделся потеплее. Худи оделся штанами теплыми, флисовыми. Ой, красота. Здесь поля эти все косились раньше. А сейчас тут раньше вообще сеяли горох. Ой, солнышко какое. Обалдеть, слепит аж. Ну скоро она сядет уже совсем. Я думаю, что пока я там посижу, она уже и сядет. Сегодня, наверное, начну уже монтировать видео с охоты, потому что приеду и некогда мне будет, много дел, поэтому мне нужно в воскресенье его уже выложить, а я приеду, наверное, в четверг домой. Конечно, после больших поездок очень много дел накапливается и не до видео, поэтому сейчас темнеет, в принципе, рано. Спокойненько сяду и поработаю, поделаю фильм. Сегодня здесь уже работали, вчера вот эти доски лежали, а сегодня они уже подняты наверх. Все-таки работы начали здесь, как хотели, мне сказали, что будет осенью. Вот. Делают. Полезли наверх. Телефон уже забрякал. Кладка рушится. Полы будут менять, наверное, там. Самый верх. Смотрите, уже они тут вон выломали. О, даже постелили уже полы. Да-да. Молодцы, вчера не было. Меняют, видите, на досках стоки такие сделаны, чтобы вода, влага, которая попадает сюда, стекала вниз. Ох, как шатается. Да, это все будет отпиливать. С такими сделаны доски, интересные стоки. Читал. Есть сайт, где, ну, в общем, пожертвования собирает на данный проект, и в общем-то рассказывали именно вот про эти доски и про то, что интересно было сделано именно здесь, и так и восстанавливают. Вот такие вот доски с такими стоками были сделаны, и именно так и восстанавливают на колокольне. Интересно, вся деревня здесь, красотища. Высоко, конечно. Ух, вон скидывали
забрякало, уже связь появилась. Ладно, посижу сейчас в телефоне. Так, ну что, все, поболтал я, позвонил своим, отправил сообщение подписчикам в Телеграм. Подписывайтесь обязательно и будете оперативно получать информацию, не только когда выйдет видео. Ссылочку на свой Телеграм в описании к видео оставлю. В общем, я там каждый день выкладываю что-нибудь новенькое. Даже сейчас стараюсь забраться, видите, на церковь. Позвонил супруге, она смеется, говорит, связь находит только с Божьей помощью. Наверное, так и есть. Да. Забираюсь наверх, чтобы позвонить и написать вам, друзья. А сейчас я буду ужинать, посмотрю, наверное, завтра. Ой, сразу сейчас приготовлю, чтобы ничего не забыть в завтрашней рыбалочке. Вот. И завтра встаю где-то в 6 утра на речку. И троллингом пойдем мы ловить рыбку. Мне иногда кто-то писал, почему ты так говоришь в комментариях? Мы. Ты же один. Ну, я как будто бы все время, у меня такой стиль почему-то общения. Я когда общаюсь со своим зрителем, мне кажется, что мы с вами вместе все это делаем, да? Рыбачим, охотимся. Вы по ту сторону экрана, а я здесь. То есть я не один. Вы мне помогаете всегда, мне не страшно. Ничего не боюсь, потому что со мной мой зритель. Все, почапали. Почапали кушать. Работы сегодня, в принципе, сделал много. Ну что, я уже пришел. В общем, здесь на улице все это оставляю. Под машину закинул, если вдруг будет дождь, чтобы не намочило. И, наверное, уже сейчас будем топить печку. Здесь я коробки скидываю, потом их сожгу. Да, надо будет подтопить уже. Начинает холодать. Что-то замерз там наверху. На часовенке сидел, дрова вот сюда вот так вот я сложил. Сейчас мы с вами вместе и затопим. Бумаги я тут уже наложил, поэтому сейчас мелких. Только-только, да? Только-только. Так, где-то помельче может есть. Ну-ка. Маленький где-то колол таких малюточек. Вот это длинноватое получается. Вроде схватилось. Будет открыть. Приток воздуха нужно обязательно для печки дать. Чуть-чуть вот так откроем. Хватит там. Ну, как быстро разгорелось, смотрите. Круто. Все вот эта штука, до какой степени она огнеупорная. Надо проверить. Так, ты что тут? Все? Прогорело? Ну-ка давай. Кочегарь. Так. Печечка потрескивает. Вот, сейчас нагреем. Ну что тут? Вроде все в порядке пока. Будем наблюдать. Подогрелась уже. Да. Быстренько так довольно-таки. Блин, такой жар идет, печурки. Прикольненько. Так. Все. Кепку наверх. Сегодня хоть все подсохнет, а такое влажноватое.
Так, хлебушек, конечно же, кроме хлебушка, мы еще возьмем нашу любимую икру. Икру. Вот она, икорочка. Приятного мне аппетита. Проголодался даже. Конечно, и ужин, и обед одинаковый, но некогда мне тут заниматься готовкой. Сегодня, чувствую, даже не буду спальник застегиваться. Ладно, покушаю, досяду потом фильм монтировать, друзья. Ну а я скажу вам, до новых встреч, подписывайтесь на канал. Будет новый день, завтра рыбалочка, потом будем продолжать стройку. Будет очень интересно, друзья. Спасибо вам за просмотр. Пока, а мне спокойной ночи. Впереди еще полпути, позади уже полдороги. Помолись богам, сколько есть их там. Впереди еще полпути.